Ты человек серьезный, внутри и снаружи. Белая рубашка, ботинки из кожи. Ты хочешь казаться сильным и безразличным, не верить во все эти глупости. Во всем должна быть логика и немного смысла. Ну что тебе до этих гребаных анархистов? Они не знают ничего о свободе. Плетут что-то о буржуазной демократии и капитализме. Чертовы экстремисты наводят порядок там, где давно уже правит хаос. Я малость во всем этом потерялась. Запах твоих духов впился мне в нос, как лозунги революционеров, меняющие реальность. Ты человек серьезный, напрасно не бросающий слов. И я смотрю на твою усталость, как ты побеждаешь своих врагов, держа на прицеле всех, кто готов проявить хоть малейшую слабость. Я беззащитна против таких аргументов. И только дурак будет лезть на рожон. Но я не буду спасаться бегством. И мне не нужны от тебя сантименты. Потому что я бесплатно дарю свою нежность, бороться с которой, по-моему, бесполезно.